Рыбакит папа рисует. Привет, ребят! Вы на канале Рыбакит. Я не буду. Сзади Павлика мы рисуем сегодня крысу. Нет, крысу, дом и крысу. Давай нарисуем дом и крысу. Давай. Садись сюда рядом. Сейчас рисовать будем. Ну, залезай, Павлик. У тебя же сила есть. Садись. Давай рисуем домик и крысу. Давай нарисуем крысу и ее домик. Кто-то вот этот конфета. Привидение хочет, да? А он Дед Мороза, да? Дед Морозу не будем рисовать. Дай, так, давай крысу. Крыса у меня такая. Какашку, да? Как? Какашку. Ну, давай ее будем хотя бы называть какашечка. Давай напишем какашка, давай. Да не будем писать. Какашка. Какашка написана. Вот наша крыса. Она сидит. А что она держит в руках, интересно? Что может крыса держать в руках? Давай кусок сыра. Это кусок сыра. Вот кусок сыра. И она такая. Бибим, 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 бибим. Держит такая. У нее большой хвост. Длинный хвост. Лапы. И она такая довольная, что у нее есть... Да просто с той стороны не видно, что там дальше идет, да? Где дальше? С той стороны. Ну, с той стороны не видно, а здесь рисуем домик. Ну, только домик не крысы нарисуем, а просто домик. Давай просто домик. А то домик крысы — это же нора. Она же в норе живет. Мы нарисуем домик. Такой вот. Квадратик. Теперь крышу. Что-то у нас фломастеры все перестают писать прям, понимаешь, Паша? Угу. Прям смотри. Это потому что, может, мы... Вот. Много рисуем, потому что. Да, папа. Вот такой домик. И вот такая крыса. Раскрасим. Каким цветом будем раскрашивать? Нарисуйте год крысы. Я родилась в год крысы. Ничего, бывает я такое. А я этого. В год козла, кажется, родился. Это после вот этого. Это вот этого? Какашечку просят и танцующую девушку. Может, платье нарисуем? Как тебе нарисовать платье? Ну, давай подожди. Ну, давай крысу тогда хотя бы. Какого цвета крыса будет? Голубого? Спутник. Спутник? В смысле? Который летает в космосе? Я просто выдумала спутника. Я согласен, спутник нарисовать можно. Просто мы не будем. Что? Ну, спутник рисовать. Ну, если не хочешь, то мы не будем. Ну, мне нравится спутник. Спутник — это классный рисунок такой, можно рисовать. Это космический рисунок, всем мальчикам нравится рисовать спутники. Вот такая у нас крыса. Ну, давайте нарисуем немножко травы. Дом, трава. Раскрасим. Зеленая трава. Крыса довольная. А какого цвета сыр? Желтый. Точно желтый? Да. Желтый сыр и красная, оранжевая. Оранжевая крыша. И голубая же, голубое окошко. И вот такая у нас получилась. Фиолетовый у тебя есть? Фиолетовый у нас есть, светлое вот такое вот. А здесь будем дым. Давай облака нарисуем, точно. Облака. Облака. Вот, нас попросили и домик. Нет, домик нас не просили рисовать. Нам нарисовали крысу, мы нарисовали крысу и домик. Мне кажется, хороший рисунок получился. Как ты думаешь? А это ты как рисун? Ну, вот так вот. И здесь нарисуем. Это ты траву. Вот так рисовал, да? Да, вот так. Можно рисовать так. Ты вот так плашмя рисовал? Я это называю. Красиво. Мороженое. Как ты думаешь, давай мороженое рисовать? А? На пару. Ты свое мороженое, я свое вот мороженое. Это да. Лунтик. Ну, лунтика мы подумаем, надо рисовать или нет. Ну что, нарисовали? Вот это ты хороший рисунок. А ты что думал? Мы все рисунки хорошие рисуем. Давай нарисуем и сделаем. Как же Катя делала вот эти вот?